Под Орлом собрались историки всея Руси. Ну, почти не со всей страны и не только историки. Это был первый семинар «Лучшие практики патриотической военно-исторической направленности», проведенный Российским военно-историческим обществом. На базу отдыха «Лесная поляна», что в деревне Становое, прибыли представители Мордовии, Тамбова, Тулы, Вологды, Липецка, Северной Осетии, Чечни, Самары, Архангельска. Всего заявили 70 регионов, включая далекие Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край. Мы перечисляем их лишь чтобы показать масштаб мероприятия, проведенного впервые вообще в России. Участие в семинаре приняли представители региональных отделений РВО, которые говорили о выработке основ государственной исторической политики в современных условиях, а это в том числе условия информационной войны и попыток переписывания истории. Еще говорили о региональной политике РВО и о задачах на этот год и на год следующий. А в общем же, эти задачи сводятся к патриотическому воспитанию и военно-историческому образованию. Вот и обсудили подходы к этому делу и собственные возможности. Я думаю, что центральным памятным местом для жителей города, области, для наших гостей может и должен стать Парк Победы. 5 августа мы взяли на себя обязательство 2021 года. Мы завершим реконструкцию Парка Победы. Это чуть менее 40 гектаров земли в центре города Орла. Помимо этого выделены дополнительные средства на реконструкцию площади Жукова для того, чтобы мы сделали поистине памятное место для всех наших жителей и гостей.